Падают не деревья, а настроение у горожан при виде заросшей клумбы в Центральном парке Иркутска. Есть и другие вопросы к благоустройству Иерусалимской горы. Когда это общественное пространство уже окончательно приведут в порядок, расскажет Анастасия Коростелева. Клумбу в Центральном парке Иркутска захватили сорняки. Обычно цветники в городе приводят в порядок уже к середине июня. Но в Иерусалимском парке зеленеет пока только трава. Причина – в этом году специалисты изменили план высадки цветов. Из горожане, которые живут в центре города, привыкли к тому, что город в центр высажен уже где-то к 15 июня. В Свердловском и в Ленинском округе люди просят, чтобы у них тоже лето наступило пораньше. И в этом году мы пораньше зашли в округа. Завтра выходит бригада на вспашку Иерусалимской. Заканчиваем прополку, начинаем вспашку. И где-то во вторник мы заходим планово с посадкой этой клумбы. Но не только состояние клумб здесь беспокоит жителей. К примеру, освещение есть только на центральных дорожках. Более удаленные вечером и ночью погружаются во мрак. Не все тропинки выложены плиткой, они просто усыпаны гравием. Печалит горожан и отношение других к благоустроенной территории. Люди не понимают, что это кладбище. Они устраиваются здесь, в этих кустиках, и также распивают спиртные. Нельзя этого делать. Здесь все подстригли, так убрали. Замечательно, здорово, приятно. И здесь же идешь, видишь, что уже валяются какие-то банки, бутылки, мусор. Вот это очень сильно расстраивает. Ну, а в целом, я бы хотела сказать, что парк достаточно ухожен. Но таким историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» был не всегда. Когда-то бывший Центральный парк культуры и отдыха горожане обходили стороной. Он находился в запустении больше 10 лет. Его преображение началось в 2017 году. За это время здесь сделали пешеходные дорожки, отремонтировали ограждения, установили лавочки, освещение, систему видеонаблюдения и создали аллею памяти. Сейчас проходит пятый этап благоустройства. Сейчас тротуар возле парка «Иерусалимская гора» выглядит так. Но уже 1 августа, именно в этот день, подрядчик должен закончить свои работы. Это место преобразится. Вместо асфальта на пешеходной дорожке выложат плитку и установят новые бордюры. Кроме этого, сделают пандус для маломобильных людей. Также возле парка оборудуют парковку, высадят деревья, установят 36 новых фонарей и информационные стенды. Преображение этого общественного пространства с учетом предыдущих работ обошлось примерно в 150 миллионов рублей. Анастасия Коростелева, Виктор Черкашин. Новости по будням.